Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Глава 18. Доктор продолжает свой рассказ. Конец первого дня сражения. Мы во весь дух бежали через лес, отделявший нас от чистокола, и с каждым мгновением все ближе и ближе раздавались голоса пиратов. Скоро мы услышали топот их ног и треск сучьев. Они пробирались сквозь чащу. Я понял, что нам предстоит нешуточная схватка, и осмотрел свое ружье. «Капитан», — сказал я, — «Трелони бьет без промаха, но ружье его хлебнуло воды. Уступите ему свое». Они поменялись ружьями, и Трелони, по-прежнему молчаливый, хладнокровный, на мгновение остановился, чтобы проверить заряд. Тут только я заметил, что Грей безоружен, отдал ему свой кортик. Мы обрадовались, когда он поплевал на руки, нахмурил брови и замахал кортиком с такой силой, что лезвие со свистом рассекал воздух. И каждый взмах кортика был доказательством, что наш новый союзник будет драться до последней капли крови. Пробежав еще шагов 40, мы выбрались на опушку леса и оказались перед чистоколом. Мы подошли как раз к середине его южной стороны. А в это самое время семеро разбойников с боцманом Джобом Эндерсоном во главе, громко крича, выскочили из леса у юго-западного угла чистокола. Они остановились в замешательстве, мы со Сквайром выстрелили, не дав им опомниться. Хантер и Джойс, сидевшие в укреплении, выстрелили тоже. Четыре выстрела грянули разом и не пропали даром. Один из врагов упал, остальные поспешно скрылись за деревьями. Снова зарядив ружья, мы прокрались вдоль чистокола посмотреть на упавшего врага. Он был убит наповал, пуля попала прямо в сердце. Успех обрадовал нас. Но вдруг в кустах щелкнул пистолет. У меня над ухом просвистела пуля, бедняга Том Редрут пошатнулся, во весь рост грохнулся на землю. Мы со Сквайром выстрелили в кусты. Но стрелять пришлось на удачу, вероятно, заряды ножи пропали даром. Снова зарядив ружье, мы кинулись к бедному Тому. Капитан и Грей уже осматривали его, я глянул только краем глаза и сразу увидел, что дело безнадежно. Вероятно, наши выстрелы заставили пиратов отступить, так как нам удалось без всякой помехи перетащить несчастного егеря через чистокол и внести под крышу блокгауза в сруб. Бедный старый товарищ, он ничему не удивлялся, ни на что не жаловался, ничего не боялся и даже ни на что не ворчал с самого начала наших приключений до этого дня, когда мы положили его в сруб умирать. Он, как троянец, геройски охранял коридор на корабле. Все приказания он исполнял молчаливо, покорно и добросовестно. Он был старше нас всех лет на 20. И вот этот угрюмый старый верный слуга умирал на наших глазах. Сквайр бросился перед ним на колени, целовал ему руки, плакал, как малый ребенок. «Я умираю, доктор?» — спросил тот. «Да, друг мой», — сказал я. «Хотелось бы мне перед смертью послать им еще одну пулю». «Том», — сказал Сквайр, — «скажи мне, что ты прощаешь меня?» «Прилично ли мне, сэр, прощать или не прощать своего господина?» — спросил старый слуга. «Будь что будет. Аминь». Он замолчал, потом попросил, чтобы кто-нибудь прочел над ним молитву. «Таков уж обычай, сэр», — прибавил он, словно извиняясь, и вскоре после этого умер. Тем временем капитан, я видел, что у него как-то странно вздулась грудь, и карманы были оттопырены, вытащил оттуда самые разнообразные вещи — британский флаг, библию, клубок веревок, перо, чернила, судовой журнал и несколько фунтов табаку. Он отыскал длинный обструганный сосновый шест и с помощью Хантера укрепил его над срубом на углу. Затем, забравшись на крышу, он прицепил к шесту и поднял британский флаг. Это, по-видимому, доставило ему большое удовольствие. Потом он спустился и начал перебирать и пересчитывать запасы, словно ничего другого не было на свете. Но изредка он все же поглядывал на Тома. Когда Том умер, он достал другой флаг и накрыл им покойника. «Не огорчайтесь так сильно, сэр», — сказал капитан, пожимая руку Сквайру. «Он умер, исполняя свой долг. Нечего бояться за судьбу человека, убитого при исполнении обязанностей перед капитаном и хозяином.
Я не силен в богословии, но это дело не меняет. Затем отвел меня в сторону. «Доктор Ливси», — спросил он, — «через сколько недель вы со Сквайром ожидаете прибытия корабля, который пошлют нам на помощь?» Я ответил, что это дело затяжное. Потребуется не неделя, а месяцы. Если мы не вернемся к концу августа, Блендли вышлет нам на помощь корабль, ни позже, ни раньше. Вот и высчитайте, когда этот корабль будет здесь», — закончил я. «Ну, сэр», — сказал капитан, почесывая затылок, — «в таком случае нам, даже если очень повезет, придется туговато». «Почему?» — спросил я. «Очень жаль, сэр, что весь груз, который мы везли во второй раз, погиб». «А вот почему», — ответил капитан. «Порох и пуль у нас достаточно, но провизии мало». «Очень мало. Пожалуй, не приходится жалеть, что мы избавились от лишнего рта». И он указал на покрытого флагом покойника. В это мгновение высоко над крышей сруба с ревом и свистом пролетело ядро. Оно упало где-то далеко за нами в лесу. «Ого», — сказал капитан, — «бомбардировка, ведь пороха у них не так-то много». Второй прицел был взят удачнее. Ядро перелетело через чистокол, упало перед срубом, подняв целую тучу песка. «Капитан», — сказал Сквайр, — «сруб с корабля не виден. Они должны быть целятся в наш флаг. Не лучше ли спустить его?» «Спустить флаг?» — возмутился капитан. «Нет, сэр, пусть его спускает кто угодно, но только не я». И мы сразу же с ним согласились. Гордый морской обычай не позволяет спускать флаг во время битвы. И кроме того, это была хорошая политика. Мы хотели доказать врагам, что нам вовсе не страшна их пальба. Они обстреливали нас из пушки весь вечер. Одно ядро проносилось у нас над головами, другое падало перед чистоколом, третье взрывало песок возле самого сруба. Но пиратам приходилось брать высокий прицел. Ядра теряли силу и зарывались в песок. Рикошета мы не боялись. И хотя одно ядро пробило у нас крышу и пол, мы скоро привыкли к обстрелу и относились к нему равнодушно, как к трескотне сверчка. «Есть в этом и хорошая сторона», — заметил капитан. «В лесу поблизости от нас, должно быть, нет пиратов. Отлив усилился, наши припасы, наверное, показались из-под воды. Эй, не найдутся ли охотники сбегать за утонувшей свининой?» Грейхантеры вызвались прежде всех. Хорошо вооружены, они перелезли через чистокол, но свинина досталась не им. Пираты были храбрее, чем мы ожидали, а может быть, они вполне полагались на пушку Израэля Хэнса. Пятеро разбойников усердно вылавливали припасы из нашего затонувшего ялика и перетаскивали их в стоявшую неподалеку шлюпку. Сидевшим в шлюпке приходилось все время грести, потому что течение относило их в сторону. Сильвер стоял на корме и распоряжался. Они все до одного были вооружены мушкетами, добытыми, вероятно, из какого-то их тайного склада. Капитан сел на бревно и стал записывать судовой журнал. «Александр Смолетт, капитан. Дэвид Ливси, судовой врач. Абрахам Грей, помощник плотника. Джон Трелони, владелец шхуны. Джон Хантер и Ричард Джойс, слуги и земляки владельца шхуны. Вот и все, кто остался верен своему долгу». Взяв с собой припасы, которых хватит не больше, чем на 10 дней, они сегодня высадились на берег и подняли британский флаг над Блокгаузом на острове Сокровищ. Том Редрут, слуга и земляк владельца шхуны, убит разбойниками. Джеймс Хокинс, юнга. Я задумался над судьбой бедного Джима Хокинса. И вдруг в лесу раздался чей-то крик. «Нас кто-то окликает», — сказал Хантер, стоявший на часах. «Доктор! Сквайр, капитан! Эй, Хантер, это ты?» — услышали мы чей-то голос. Я бросился к дверям и увидел Джима Хокинса. Целый и невредимый, он перелезал через наш чистокол.